На твоем пути всегда будут попадаться разные люди. Те, кто будет завидовать, те, кто будет всячески мешать и отговаривать тебя идти вперед. Те, кому просто больше нечем заняться. Будут сплетники и пошляки. Иди вперед и не слушай никого из слабаков и мешающих тебе. Цени только слова тех, кто призывал тебя вставать после падения и бороться. Вставать!